здравствуйте! Я вижу у вас прекрасное настроение, но всех очень хорошо, что я рад. Я рад сегодня быть вместе с вами сегодня. Шимкенцы в предвкушении отличного вечера все ждут популярного артиста лейбла Black Star Мишу Марвина. В команде он считается романтиком, и поклонницы атакуют его во многих городах. И Шимкент не исключение. Да, они все замечают, и где-то это правда, где-то я романтик, где-то я такой душевный человек. В некоторых песнях я показываю себя совершенно с другой стороны, как такой... как его сказать? Ну, вот, например, в песне «Глубоко» там очень много девушек, и со всеми ними в клипе мне пришлось повзаимодействовать. Ну, то есть приятно разные. Было. Приятно было. Было очень приятно. С тобой небезопасно, но как же ты прекрасна, ты прекрасна. Моя любимая, она красивая стерва, красивая, такая милая. Миша Марвин сам из Украины, работает в Black Star сравнительно недавно. Сразу влился в команду и теперь гастролирует по всему миру. Детка, я искал тебя всю ночь. Расскажи мне, где ты была. Я знаю, утром ты мне позвонишь. А я хотел бы только тебя. Наверное, просто ты не поняла. Ну вот то, что я заметил на концертах, где мы выступали и в Астане, и в Алмате, и в... как это называется, город? И в Атырау недавно были, и... город с русским названием, ну, там далеко, возле Челябинска, через Челябинск заезжает. С русским названием? С русским названием. Петропавловск? Петропавловск. И там мы были. И везде, везде, почему-то, очень, ну, нам так попадалось, что посчастливилось, может быть, что люди с нами на концертах вот громко прям поют, ну, вот прям поют песни, им прям нравится. И, то есть... можно чем отличить Казахстан от других стран, то, что здесь очень громко поют с артистом песни люди. Yeah.